Всем привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать, где можно скачать последнюю версию DevLXT. Так для этого нам нужно перейти на сайт, ссылка на сайт будет в описании. Скачивайте на ваше устройство и устанавливаем. Я думаю, там вы в принципе разберетесь, тут причем абсолютно сложного нету. Спасибо всем за просмотр, не забывайте ставить лайк на видео и не забудьте подписаться.